Сегодня спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Российский корпус спасателей был образован 27 декабря 1990 года. На Ямале ежедневно на боевое дежурство заступают порядка полутысячи человек. Восхищаюсь героизмом, преданностью дела и самоотверженностью специалистов экстренных служб арктического региона. Спасибо за вашу четкую и слаженную работу, нашей безопасности, комфорт. Со своей стороны мы продолжим помогать в материально-техническом обеспечении, создании комфортных условий работы, отметил сегодня в своем поздравление губернатор Дмитрий Артюхов. В Салехарде к празднику открыли монумент героям мирного времени, пожарным Ямала и наградили отличившихся сотрудников. А в отдаленном микрорайоне Лабытнанги на станции Обской появилась своя пожарная часть. Всех сотрудников ведомства поздравил начальник регионального МЧС Олег Гилев. Мы все между собой едины. Мы все делаем одно и то же дело. Я искренне желаю вам, вашим семьям, вашим близким крепкого здоровья, благополучия, как материального, так и духовного.